Вон Теле2. Вот работает Вестфалика. Все очень много, конечно, еще закрыто. Ну, как говорили, вот федеральная сеть Кари, он работает. Работает, народу, конечно, мало, но тем не менее он работает. Ну, это получается местные предприниматели. Центр мобильного сервиса Техну.ру. Он закрыт. Этот клан. Верхняя одежда Морозов. Закрыто. Белорусская обувь закрыта. Вот H&M работает, как бы все нормально, но народу, конечно, мало, практически никого нет. Будничный день. С другой стороны, H&M. Ну, вот H&M. Народа немного, можно сказать, никого нет. Золо. Ну, это вот федеральная сеть получается. Можно сказать, международная. Так, не работает. Главное, парфюмерный. Закрыт. Diamond Dream. Ювелирка закрыта. From Make Up. Магазин ультрамодной косметики. Тоже пусто. Так. MM. Закрыт. А вот Остин работает. Остин. Тоже довольно очень крупный магазин. Большая сеть. В нашем городе этих Остинов очень много. Я знаю только 4. Здесь закрыто. Здесь тоже закрыто. А? Ну все, наверное, смысла нету, наверное, на второй этаж там ходить. Хорошо, тоже отлично. Не, насколько вообще рентабельно хозяин помещение? Ради 4 магазинов держать открытым. Ну, это получ... освещение, сколько? Да. Охрана. Охрана. Уборка. Уборка. Не, не за то мы должны же обязаны заплачивать деньги. А, и хорошо закрыто, но вывески. Ну, горит. Ну вот крем. Вот крем. Крем. Работает, получается, крем. Сало. Ну, короче, я посмотрел себе пару посолок. Мы как это, мы сами как мобильная группа, да, получается? Да, да. Так. По-моему, может быть больше покупателей. Вот. Тут покупателей меньше. На. Ну ладно, завершаем.